Конкурсы, концерты, театральные постановки и спортивные спаборництвы. Цимбалы и гармоник снова гучат над поставами. 8 краин света, 11 культурно-забавляльных пляцовок и каля 400 удельников. Чем еще здивил сёлетний форум, ведают наши корреспонденты. Цимбалы и гармоник звенят у поставах 92-го, сёлета 27-й по лику форум. На протягу трех дён 400 удельников выступают на шматликих пляцовках райцентра. Еще под час открытия трехдённый фест обяцал стать як николи насыщенным. Важкости надае круглая личба – 20 годов под стягом международного культурного свята. То, что всегда приезжают многочисленные гости, это говорит о том, что фестиваль нужен, фестиваль важен и этот фестиваль любят. Благодаря вот этому фестивалю на территории нашей области появилось, да, многочисленные, не международные, пока районного характера, пока областного характера, фестивали народного творчества, которые действительно подпитывают нашу культуру, дают возможность увидеть вот эти замечательные коллективы. Выставы народных рамёстваў, концерты, театрализованные импрезы, вогненное шоу и музычное спаборництво – бадай галоўная интрига фестивалю. У традыцыйным відовішчы «Хто каго» памераліся силами музыки из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Польши и Германии. За всю историю фестивалю у творчым спаборництве змагаліся каля 13 тысяч удельников с 20 краин свету. У нас нет такого фестиваля, где в жюри были одни сплошные народные артисты Беларуси, лауреаты государственной премии, художественные руководители наших ведущих творческих коллективов. Обычно как фестиваль? Ну, поют там два тура, утром спели, вечером спели песни. Это все очень хорошо, прекрасно. А здесь просто вот народная музыка. Ее нужно сохранить. И у нас в республике для этого делается все возможное, для того, чтобы народное творчество развивалось, было поставлено на еще более высокую ступень. За годы існавання на пастаўскай зямлі фестываль набыў свае традыцыі, пераўтварыўся ў сапраўднае свята для ўдзельнікаў і гасцей, якія заўсёды чакаюць новых сустрэч. Ключавы момант сёлетняга форуму – адкрыццё мемарыяльнай дошкі, прысвечанай польскім акцёрам Станіславу Ясюкевічу і Зыгмунту Кінстовічу. І Ясюкевіч, і Кінстовіч вучыліся ў нашым горадзе, а затым шляхі іх прывялі ў Польшу. Там менавіта яны і дасягнулі вышынь майстэрства прафесійнага, тэатральнага, чым заслужылі вялікую павагу як у палякаў, так і у прадстаўнікоў іншых краін. Таму як фільмы з іх удзелам ішлі практычна ў многіх краінах свету, у тым ліку ў Беларусі. Развітанне з форумам атрымалася гучным і яскравым. Тэатралізаванае шэсце, заключны гала-канцэрт і святочны феерверк над райцэнтрам. Фестываль у мінулым, але ўжо праз год спеў знакамітых пастаўскіх цымбалаў зноў загучыць над беларускім паазер'ем. Артур Смалякоў, навіны, Пастаўскі раён.